Продолжаем разговор. Буфеты, часть вторая. Заплатив $11 за вход, вы имеете возможность вон в том зале набрать все, что вам заблагорассудится, столько раз, сколько вы хотите. Самое прикольное, что меня поразило, это свежие устрицы, крабовые ноги, ракушки, раки, разные креветки. Ну, конечно, японская кухня, выбор просто безумный. Кроме традиционной японской, китайской, морской кухни, есть различные варианты американской, европейской, все что угодно. Кому что нравится. Вот ты кусок стейка покажи, что Иван себе сделал. Потому что эти стейки там так валяются. Заходишь и берешь сколько хочешь. Да, самое главное, это как шведский стол. Столько раз, сколько тебе нужно, столько раз и подходит. И всего $11. Сколько в тебя влезет? Сколько влезет. Очень тяжело себя ограничивать здесь, очень тяжело.